просто драйв такой, мне было это очень интересно. Обе квартиры купила себе и сделала их. С целью дальнейшей перепродажи, думаю, это же вообще отличный бизнес, делаешь красиво, продаешь. Но я тот еще бизнесмен, потому что одну квартиру, которая в Геленджике, я вообще решила себе оставить, так она мне нравится, мне жалко продавать, хотя у меня есть предложение. А вторую квартиру даже на продажу не выставила, вот, что-то мне руки не доходят. Но мне было, вот, ну, продам, конечно, когда-нибудь, но мне было именно классно попробовать вот с маленькими пространствами. И это труднее, когда ты каждый сантиметр продумываешь. Но это очень круто, это продумать так, чтобы это было комфортно и эргономично. Поэтому вот на этом этапе мы обсуждаем такие мейборды, которые имеют кодовое название «Атмосфера». Атмосфера, название, куда мы двигаемся, и планировка. И дальше те этапы, которые мы проходим, это просто конкретизация того, что мы уже придумали. Понятно, что из планировок нарастает расстановка мебели, дальше подтягивается электрика, дальше подтягивается электрика и все остальное. Да? И дальше там, мы общаемся с нашими подрядчиками, с кондиционированием, вентиляцией. Не надо света, по-моему, все прекрасное. И все дальше понятно, архитектурная часть весна. То, что касается декораторской части, мы тоже конкретизируем. Когда мы уже поняли, что да, мы хотим такие двери, мы хотим такие порталы, и нам нравится там вот такое оформление окна, и вот такой диван, и такие цвета из этого дальше, да, вот мы дальше уже начинаем покомнатно, потихонечку подбирать. И я очень люблю, когда колористика переходит из комнаты в комнату, когда для того, чтобы жилище выглядело как единый организм, эти цвета должны красиво выглядеть везде. И, как правило, люди не закрывают двери, ну, а в квартире, если это там не санузел, то двери очень часто открыты, и важно не просто, какого цвета эта комната, а как вот та смотрится из этой комнаты, как эти два цвета сочетаются, и как они сочетаются в аксессуарах, в деталях, как они сочетаются, зачем столько снимать.